Эпицентр. Это что-то связанное с Дотой 2. Худший эпизод, видимо, будет из всех. Озим, здорово. Доброе утречко. Хуже, чем флешбеки за Эбби. Так мы все еще по флешбеке за Эбби. Мы только начали, мне уже скучно. Сори, если уже спам. А что там было? А, было. Давай я тебе гачу покажу. Oh, yes, sir! А, как Синдром. громко. Да. Парню повезло, что его девушка врач. Мел в порядке? Да. После разговора с Айзеком она ходила как пришибленная. Разговора с Айзеком? Когда Айзек узнал, что мы Сайзек. покинули базу, он всех нас допросил. Ей от него досталось. Кто-то проговорился? Нет. То есть ей от него досталось. Она беременная, он ей что-то сделал, ща ему лицо, пойдем разбивать. Даже игра про беременных. Беременную зебру. Нора! Куда это вы идете? За Эбби. Лодку можно отправлять. А остались еще коробки на третьем этаже. Сходите сначала за ними. Лодка набита битком. Ну не сидеть же мне тут до вечера. Ладно. Спасибо. Нас чуть не поймали. Сердечко выскакивает из груди. Фух, все пронесло. Ты сама-то в порядке? Как всегда. Мэнни за тебя страшно волновался. Он знает, что я здесь. Ну, как Вов расшифровывается? И что Оуэн Военный делать? Освободительный Погоди. Фронт? Не помню. Псени, короче. Все, пошли. В общем, и что Оуэн собирается делать без руки? Вашингтонский, да. А... Руку уже отпилили? Нет, он вот говорил про идем за пивой для руки. Он не понимает, что это разводка. Боже, мне так жаль, Мэл. Да. Мне тоже. Ну вот, на этих этажах реанимация, травматология и операционные блоки. Идеально. Ты как ты думаешь, почему пролезла тут? Все это лежит нетронутое? Там был эпицентр эпидемии. Туда свозили вот первых почему зараженных, не подумав. Эпицентр. Там все заросло к чертям. С Дотой не связано, слава богу. Зашибись. Не-не-не-не-не, Митоль, рука у этой, у сестры Аватара. Ей же руку Хорошо. Сломали, и нам надо ее отрезать, чтобы у нее там гангрена не началась. Вот. Ты все договорила, а нам еще идти и идти, между прочим. Куда? Центр онкологии. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Хм. Увидимся на базе. Надеюсь, скоро. Да будет да. свет. Так, что у нас тут есть? У нас есть бутылка, это самое главное. У нас есть огнемет, к которому нету ни хрена патронов. У нас достаточно патронов к автомату. На дробаш переключаться. Мне не понадобится глушак. Окей. Так, хирургия, травматология, реанимация. Рискнем. Ладненько. Тяжелая лок, скорее всего, будет. Наверняка будет много щелкунов всяких. Стоп.
Ой, что это я нашел? Пустую локацию. Вот, Вайн, приветствую. Патрошек не подобрал. Да подбери ты. Да подбери ты уже. Оба, рисапчик нагнул. Рабенфлай. Оповещал очка. Здорово. Здорово. Здорово всем. Доброе утречко. Джейк, сомневаюсь, что я вернусь домой. Я бы все отдал, чтобы быть сейчас с тобой и с Юзи. Мы с коллегами успели спрятаться. Дверь забаррикадирована, а снаружи эти твари. Все оказалось куда хуже, чем мы думали. Очевидно, что за нами никто уже не придет, по крайней мере, для того, чтобы спасать. Надеюсь, что однажды ты прочитаешь эту записку. Надеюсь, что вы со Сьюзи меня не забудете. Я очень вас люблю, Скотт. Черт. Джейк его уже Entity забрала. Видимо, да. F. Джахирю. Не так уж все и плохо. Не говори, гоп. Intensive care. Ну, конечно, Запад. Раскатал губу. На всех стримерах, которых я листал, почти весь чат гонят на Эбби. Вот я понимаю, слепота населения 2020. Экоген, почему слепота? Персонажу действительно не хочется симпатизировать. Механик, здорово. Типа, мы первую часть всю играли за Джоэла. Джоэла вначале убили. Нас, да, нам хочется хейтить ее. А последние из своего отряда, все, кто пришли со мной, уже мертвы. Мы заблокировали почти все двери, но до некоторых не смогли добраться из-за чудовищной силы этих пациентов. Мы не ожидали такого сопротивления. Я думал, они будут вялыми и слабыми, и не будут рвать моих бойцов голыми руками. Меня несколько раз кусали за руку и ногу. В общем, пока есть патроны, я положу еще пару-тройку этих уродов, а потом пойду к своим, если вы найдете мою записку. Знаете, код от сейфа 8800555. Что тут и целой роты будет мало. Впрочем, надеюсь, у вас хватит ума взорвать тут все к чертям собачьим и не пытаться контролировать. Удачи, засранцы. Здорово, Псидон. Сколько? 6? Окей. Вот жди, we must stand together. Здорово, здорово, третий месяц. Спасибо большое за ресап. Держи любви в чатике. Спасибо большое за поддержку. Внимание, вы входите в контролируемую зону. Ой. Хочется хейтить, просто справедливость этого... от этого не изменится. Скоро. Да не, чувак, просто неинтересно, понимаешь? Суть на самом деле в том, что эта игра, она должна быть интересной, а... нас заставляют любить персонажа, который в самом начале игры уже убил любимого персонажа из первой полюбившейся многим людям части. Ну, типа, то есть, и в этом вся суть игры заключается, что вот, вы должны преодолеть себя, вы не должны ненавидеть этого человека, ведь у него тоже были свои причины сделать то, что он сделал. Они что, опять туда собираются? Каждый раз они оставляют там по пол отряда. Лаборатория потеряна, пора смириться. Извини, что пишу записки, как в школе, но я не верю этим солдатам, хоть кто-то извинился за записки. Я вообще не понимаю, что происходит. Почему нас не выпускают? Они говорят, что начнут эвакуацию, как только возьмут здание под контроль. Они вообще видели или слышали, что там творится? Там ловить нечего. Думаю, дело не в контроле, а в научных данных, которые там остались. Надо отсюда уходить, там наши друзья, они могут быть еще живы.
Ты видел, что делают эти твари? После такого не выживают. Слишком много времени прошло. Как это ни хреново, они мертвы. Что ты предлагаешь? Я видел, как Скотт боролся с солдатами. Его тоже все это достало. Берем его и ищем выход. Подождем еще день, посмотрим, на что они способны, эти новички. Один день, потом действуем. Хорошо, видимо, что я не застала эпидемию. Не успели действовать. Справедливость, кому, куда, когда, зачем? И многие вопросы, которые остались без ответа, Митоль. Че у меня вообще 81? Ну, поехали. Повышенный запас здоровья анусов качаем. Хорошо. Ну что ж, эпидемия здесь. Здесь тоже из стен будут вылезать челики. Охренеть. Может быть, кстати. Это прям слишком. Но, видимо, не этот. Надо было из автомата стрелять, слишком много патронов. У Джоэла были свои мотивы поступать так, как он поступил, наменять героев из одной части на их убийц, такое из первой части, да? Саглы. Давай, хоть что-нибудь. Пусто. Должно же тут хоть что-то быть. Ну тут точно будут зомби. Приемное отделение. Так, где одна таблетка, там и больше. Ну-ка еще. Нет, нету. Нету. За столько времени все должны были разграбить в первую очередь. И не раз. Ну, типа, здесь слишком много заражения, поэтому тут сюда. Поэтому они сюда не суются. Хирургия. Отлично. Стоп, нам туда? Нет, не туда. Нужно электричество. Ну, вся надежда на операционные блоки. А где Элли, скажите, а ты не в курсе? Мы уже за Эбби играем часов 6-8, я не знаю. Я тебя слышу. И тебе нужен ток. Где-то тут должен быть генератор. Как понимаю, я здесь ничего не открою пока что, да? А потом они на меня все бегут.
Ну почему я не могу их кулаками атаковать? Как они достали? Убей меня уже, я не буду сопротивляться. Я не буду просто. Я не буду. Я тебя слышу. Или к этим можно попасть? И тебе нужно. Не, нельзя. Еще одна записочка. Доктор Кайло Хигаси. Стивен, я больше не могу, знаю, мне полагается только делать анализы и записывать данные, но я больше не в силах это терпеть. Я проводила нескольких солдат травматологию, знаю, что мне туда нельзя, но я видела, во что превращаются пациенты, все эти взрослые дети с покусами и царапинами скоро лишатся рассудка, а мы продолжаем им врать. Я пыталась отпроситься домой, но меня не пустили. Какой-то бред насчет национальной безопасности. Предложили поспать в пустом кабинете. Стивен, выпусти меня отсюда, иначе у меня будет нервный срыв. И кажется, они до сих пор там шныряют. Слушай, мне кажется, там можно было перевернуть записку. Можно было. Куда идут эти кабели? Куда, Ази, куда? Мне бы тут пригодился Лев. Или Мэнни. Да, Мэнни. С Мэнни мы бы на раз-два. Мэнни. О, конечно, верстак. Почему вы не... Не, подожди, тут верстак, стой. Никаких генераторов, мы не в ДВД. Так, ну... Давайте начнем с дробовика, перезарядку ему апнем. Потому что она у него не очень быстрая. Там всего по два патрона. Игра в техническом плане очень крутая, но сюжет какашка, как по мне, вместе гоняет. В техническом плане... Консольный шутан. Единственное, что здесь сделали, на самой высокой сложности противники тебя видят за километр. Про графику, внимание к деталям. Консольная графика. Нет, выражение лиц очень хорошо сделаны, в принципе. Это есть. Давайте устойчивость арбалету апнем, чтобы им попадать хоть иногда. Ручку добавила. Ром, Качинск, скорострельность, отдача, устойчивость, перезарядка. Давай устойчивость дробовика дожмем до конца, чё уж. Какую бы ты оценку игре дал? Моя 6,5. Я еще до конца не прошел, но я думаю, не выше шестерки точно. Не выше шестерки. Затянуто жутко. Может быть, даже на 5 бы
уменьшил до 5. Слушайте, как насчет спринтануть потом к выходу просто? А стоп, мы же все, наверное, не просто так пришли, да? Нам же, наверное, здесь что-то найти надо. А свет включить или только двери начнут работать? Да. Молодец. А, добре. Кроме того факта, что... Нет, не дверь, нет! Это может быть челик. Может не быть. Стоило того. Кстати, у меня заточек нету, а они очень тут нужны. Вообще идеальное место было, чтобы его убить, но... Видимо, уже поздно. Есть, короче, варик кинуть куда-нибудь туда бутылку и просто пройти мимо. Так, во, пускай заходит сюда. Сейчас попробуем убить. Слышь, заткнись. Блэд. В принципе, я думаю, что план останется тем же. Возможно, один все-таки услышал, да? Thank you.
Вы слышали бутылку? Я просто не слышал. Она просто на подушку упала. Возможно, да. Все может быть. Че это я открыть не могу? Не понял, какого... А, он услышал, да? Я понял. Да-да, валяй отсюда. Да-да. Таблетосики. 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 Надо бы арбалетом попробовать, наверное. Так, ладно, я не могу открыть это. Это, скорее всего, кусочек сюжета. То, что нам как раз надо найти. За! Здесь я был... Здесь я был. Угу, там двое ходят, да? Так, я не понял, так мне все-таки куда? Может быть, я в этой комнате не все обыскал? Где ключик к этому медицинскому ларцу? Смотрим на недушную рекламу. Настя, она всякий. Блин, ну ладно, пойдем отсюда. За. Походу, здесь я уже ничего не найду. Ой-ой-ой, за нами бегут, за нами бегут, за нами бегут. Нет. Не точно. Господи. Что-то тут было. Чувствую, как будто они прям за мной ползут. Угу. Это что за тварь? Надо, кстати, будет с этого, с охотничьего пистолета пострелять, тоже патронов полно. Это хорошо. Нет. Это очень громко. Как Осик, доброе утро. О, слава богу. Лев, готовься. Пил очкам. Очень громко, сделаю потише. Ну там не все тумбочки осмотрели. А вдруг там в тумбочках был патрошек? Дайте ей сожрать себя.
О! Да. Почему вы нет? Это как увидеть все смерти Ларки, только все смерти Эбби. Ебака! На тебя. Успела еще отскочить, чтобы на нее не упала. Да ладно тебе, ну управление же говно. Ну ладно. Без колобок. Целиться с другого плеча, да-да, это именно тот совет, который мне сейчас нужен. Подожги его, по-любому будет прикольно визжать во все рты, да, скорее всего, надо с дробовика огненного выстрелить. Самое время поменять патроны, да. Обожаю эти игры с удобным управлением. А, там, кстати, было место, в которое можно было залезть, и... Тут, короче, в принципе-то можно майнсить. Я понял. Поджечь поджог. Что мне это дало? Ясно. Что-то плохо дело. Не видно. Хоть сейф есть.
Ой, мелкий, ты где? Блять, нихера просто не видно. Это все легко мансилось на клавиатуре. Да заточка, заточка, есть же она у меня. А, я типа пустой, да, видимо, по здоровью. Я еще не успел прохилиться. Да, я не успел. Вроде ничего не сделал. А, он там загорелся. Мадам, привет. Свое дело. Вали отсюда. Должен быть способ выбраться. А чё, мелкого я разве убил? Он, видимо, сгорел, да, когда она крикнула, да, нравится. Окей. Ладно, огонь затащил. Я тут не сдохну, ты тут сдохнешь еще несколько раз с нашим стримером и его отношением к консоли. Ну серьезно, типа, если бы это было на ПК, спокойно отбежал, быстро повернулся, выстрелил, побежал дальше. Не, типа, да, можно было бы случайно попасться куда-то и сдохнуть, но в целом все было бы гораздо проще. А тут пока развернешься, пока отбежишь, пока найдешь дверцу, в которую надо X нажать, чтобы влезть. Тут есть кнопка быстрого разворота. Да, даже не удивлен. Ну, кстати, не факт, что есть. Ну, типа, нету. Я вроде все кнопки в игре нажимал. Разве что нажатие двух одновременно. Да я же говорю, мелкий-то еще жив должен быть, не? Здорово, Лисин.
Не-не-не, курки не. Ножницы пропустил, когда в чат смотрел. Что-то я не вижу здесь второй тян. Какие такие ножницы? Почему огнемет не использовал? Потому что на него переключиться надо, очевидно. Чтобы это сделать, надо сделать так, так, так. Это миллион кнопок. Не просто кнопочку нажать. Так судить тоже такое, если ты всю жизнь на джойстике проиграл, для тебя это было бы легко, не было бы. Слышь, тварь, а ну стоять. Ёпта. В этот раз есть зато. Ну, она и в тот раз была. Ладно. Сюда иди. Слушайте, после прошлого босс-файта этот выглядит супер легким каким-то. Я сказал, сюда подошел. Я вообще-то успел отбежать. Ничего, да? Ну и горит он знатно, конечно. Вот и все. Ага, вот и все. В жопу все. И все в жопу, и не все. Коробочки в жопу. Босс-файт, да, это был босс-файт. Там был один жирный клубок грибов. Который, из которого потом вылез маленький щелкун, вот этот вот. И мы сражались против них двоих. Один убежал, жирного мы убили. Пришли сюда, добили этого. Босс а-ля Resident Evil, кстати. Не помню, а, она скрафтилась. Просто большой кусок мяса. Тут еще боссы были? Никаких. Есть. Не, ну, наверное, обычного большого грибного ширкуна можно считать боссом, который два раза попадался. Он такой, типа, он просто больше остальных ширкунов. Сопляк. А его звали Сопляк, да, Топляк. Ну, возможно. Ну, короче, да. Вот он. Мне показалось, что это просто был большой шаркун. Как-то так оно и было. Элиточки, да, он скорее такой элитный моб был. Сколько же пройдено, например? Ну, я полагаю, что процентов 70. Ладно, я, кстати, боялся, что эта локация будет гораздо сложнее. А так там была одна лока с тремя щелкунами и один босс-файт. Что? Какая сложность? Максимально.
Все они ищут тебя. Что ты сделала? Ничего. Знаешь, откуда у меня эти шрамы? Я не могла тебя ждать. Не вышло. Твои друзья тут повсюду. Ты все достала? Да. Осталось убраться отсюда подальше. Эй. Давай за мной. Что является сложностью в босс-файте? Да здесь в основном... Здесь типа разные виды сложности, причем ты ее сам можешь настраивать. Она влияет на то, как тебя как легко тебя обнаруживают мобы, как много урон наносит и так далее и тому подобное. Ресин, мы вчера к 12 часам не успели даже ее закончить. Ну вот это, скорее всего, последний кусок игры за Эбби, я надеюсь. Типа, ну я вчера уже был уставший и не хотел это туда проходить. Поем йогурт. Ну, завтрак. Ах, вот что за лодка, лодка в заставке. Привет. Видите заставочку, да? Короче, в Ангую в конце... Они перебьют всех шрамов, этих серафитов на острове. Попробуют уплыть оттуда на этой байдарке, и все утонут. Все утопнут. Ну все. Можешь проведать ее, если хочешь. И нам, как в Титанике, надо будет выбрать, кто же выживет, Эбби или Элли. Да, очевидно. Привет. Кто останется с Брэдом Питтом? Они дети. Ну да. Что с нами стало? Может, мы перестали искать свет? Может. Ой, с Ди Каприо, конечно же, да, неважно. Ну так Ди Каприо умер, пойдут Брэда Питта искать. Пойду узнаю, как она. Хорошо.